Народ, всем привет. Машина Лада Калина столкнулась с такой проблемой. Не включается задняя передача. Ну, в интернете почитал возможные причины. Там соленоид, предохранитель и так далее. А у меня вот обнаружилось, что здесь на кулисе провода перетерлись. Ведь черный и белый провод. Черный отскочил. А белый уже на подходе. То есть вот это, не знаю, или целиком меня сейчас буду ли запаять. То есть, скорее всего, вот это вот причина конкретно в моем случае. Ну, как подобраться, там очень просто. Здесь сверху снял заглушку ножиком. Потом вот это раскручивается. Верхняя часть. Здесь просто она вынимается, и все, у вас есть доступ уже получается к проводам. Вот такие дела. Всем пока, счастливо.